Все высохнет, ничего не поделаешь. Я же просил тебя спрятать. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голос... Они мертвы, Аль. Геральт, что я такое? Нет в тебе ничего злого. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Да? Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Да, господин. Отлично. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Люблю с вами. Ты иной. Как интересно. А что мне?
Верно. У меня есть для тебя особое. Может, скоро я смогу... Прощай. От дымовых одни неприятности. От вас... Здесь воняет. Любопытно. Приехал издалека, никакой свадьбы не вижу. Что-то мне нужно сделать. Мне бы хотелось съесть. Мы... Прости. Я устал. Да. Я... Вот, прошу вас, как... Вот тебе... Кланяюсь, мелздарь ведьмак. Иди за полуденницей. Алина. Алина? Посмотри внимательно. Это... Так романтично. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую, только немного холодно. Странно здесь. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину. Геральт? А почему дух Алины не хочет уходить? Возможно, просто зеркало не Холены недостаточно для... Однажды я слышал легенду о полуденнице. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной... Геральт, а ты кого-нибудь любишь?
Люблю. А я знаю, знаю! Я старею. Ha ha ha!
два. Как и про что и да я все. Когда это все закончится? Госпожа. Алина не осознает, кто она такая. А можно ли заставить ей... В руки Алины самым загадочным образом попало зеркало. Зеркало сработало частично. Алина не осознает, что она умерла и готовится к свадьбе. Мертвые слышат только мертвых. И поэзию. После смерти потерянные души более восприимчивы к искусству. Лютик для этого прекрасно подойдет. Удачи, Да? Госпожа... Именно. Возьми это.
Одной капли моей крови на алтаре Дагона будет достаточно, чтобы вызвать его на бой. Ладно.